Судя по сторис знаменитости, Максим Галкин улетел от своей супруги Аллы Пугачевой на другой конец света, в Новую Зеландию. Примадонна с Лизой и Гарри остались дома, хотя нельзя сказать, что обстановка там спокойная. Пока артист поехал на гастроли, в деревне Грязь началась ожесточенная война за лакомый кусок земли. Как отмечали жители соседнего с деревней Грязь поселка Синькова, данная территория каким-то образом стала сельхозугодьями. Шикарный лес, окружающий замок звездной семьи, хотят вырубить. Ранее стало известно, что Максим с Аллой Борисовной не намерен отдавать красоты родного дома под застройку. Местные жители считают кощунством ставить здесь многоэтажки. Времени для отдыха и решения проблем у Максима немного. Недавно он дал большой концертный тур по городам России. Теперь же уехал выступать перед зарубежной публикой. К счастью, Окленд встретил его очень радушно. А ведь до этого Галкин там бывал аж 15 лет тому назад.